Всем доброе утро! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу поделиться очень вкусным рецептом, который я готовила вчера внукам. Понравилось, и сегодня мы хотим повторить и немножко усовершенствовать его. Раньше он назывался муравейник, то как называть, на Кавказе его называют халвой. Для этого рецепта нужно кукурузные палочки, 200 грамм пачка, шарики, вот такие, тоже самая пачка, все пропорции, по 200 грамм. Кукурузные хлопья, 2 пачки ирисок, это полкило у нас получается. Соленый арахис, 2 пачки и 200 грамм масла. Первое, что мы делаем, это берем кастрюлю с толстым дном и растапливаем масло. Растопили мы масло. Добавляем вот такие риски. Я их развернула. Помешиваем, чтобы не пригорели. Обязательно нужно помешивать, чтобы ко дну риски наши не пристали. Они растаиваются, приобретают такой шоколадный цвет. Красивый. И очень вкусный запах от этих ирисок, золотой ключик. Так, ириски наши растопились, и мы добавляем 2 пачки арахиса соленого. Все перемешаем, чтобы они покрылись этой карамелькой. Берем все по 200 грамм. 200 грамм кукурузных палочек, 200 грамм вот таких шариков. Мы взяли коричневый цвет, есть и белый молочный, можно брать. И взяли вот таких хлопьев. И заливаем этой карамелью. Берите посуду побольше, чтобы перемешивать получше. Ну, будем так стараться перемешать. Мне пришлось переложить на 2 миски, чтобы лучше перемешать карамель. А теперь я соединяю все вместе, уже легче будет перемешать. Перемешали. Берем большую тарелку и все это содержимое высыпаем. Такой кучей. Вот такая гора у нас получилась. Что мы сейчас делаем? Берем перчатки, потому что наша карамель еще горячая. И формируем нашу горку. Вот так. Она уже схватывается, но еще горячая. Смотрите, какое блюдо красивое получается. А вкусное вы не представляете. Мы вчера эту тарелку съели с семьей. Нас 6 человек. 4 у нас взрослых человека и 2 ребенка. Мы съели вот эту кучу за день только так. Она очень красиво выглядит, эта муравейная куча. На Кавказе ее называют халвой. Вот. Ну, а мы называем ее просто по-домашнему такой муравейник. Вот такая вот горка будет у нас застывать. Это блюдо очень красивое и очень вкусное. Минут буквально нас постояло. Будем сейчас резать и угощаться. Смотрите, как они сцепились. Вот такая вкусняшка у нас получилась с чаем на завтрак. Но смотрите, очень калорийно. Сами накушаетесь, еще и соседей угостите.